Так, 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 надо лечиться, надо лечиться. А-а-а! Вот еще в чем фишечка. Если тебя ранили, ты становишься ребеночком. А-а-а! Быстрее лечите меня! Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин, и у нас новая игрушка. Она просто мега крутая, поэтому смело можете ставить лайк и давайте разбираться. Игра называется Sausage Man, в общем, в переводе, грубо говоря, человек-сосиска. И тут, ребяточки, очень много всякого классного контента. Мало того, что она чем-то похожа на Fortnite, ну, либо там PUBG, либо Free Fire, только немножко в таком более мультяшном стиле. Давайте пойдем все потихонечку, по порядочку. Давайте начнем, например, посмотрим, какие здесь есть костюмчики. Кастомизация костюмчиков здесь просто, ребятушки, на уровне. Так, смотрим. Вот, кстати, у меня есть новые вещички. Или что это такое? Или это не вещичка, я не знаю. Я еще до конца не разобрался, потому что здесь все на китайском, либо на корейском, точно не знаю. Но, тем не менее. Так, смотри, тут есть у нас эмоции. Вот, смотри, что он может. Вот так может появляться. Ребяточки, сразу скажу, что видео будет прям такое долгое. Поэтому запасайтесь терпением, но интересное. Смотри, видишь, бананчик какой-то. Вот так вот он умеет. Короче, тут просто много всего вот такого разнообразного контента, чего я не видел ни в одной игре. Это реально прям очень-очень круто. Ссылочки, конечно же, я не оставлю, потому что я даже не знаю, как это скачать, эту игрушку. Ну, вернее, я-то знаю, как ее скачать. Но как оставить ссылку, без понятия. Смотри, что он делает. Ты видишь, какой-то снежочек. В общем, ребятушки, скачал я эту игру в приложении, который, по-моему, как-то китайский аналог Play Market, что ли, называется TapTap. В общем, кому интересно, загуглите «скачать TapTap», скачивайте этот самый TapTap, и там уже ищите эту игру Sausage Man. Вот так вот. И скачайте, и будет прям, и будет вам счастье, потому что игрушка реально крутая. Давайте для начала посмотрим все вот эти анимации, что он тут умеет, этот товарищ, делать. Вот я не знаю, почему-то вчера я еще мог крутить его, когда он вот это все делал, можно было его еще вертеть, крутить этого персонажа со всех сторон, так сказать, рассматривать. Сейчас почему-то это делать нельзя, может, куда-то я не туда зашел, но, тем не менее, по-моему, и так все классно видно. Да, смотри, какой многорукий показался сосисочкин. Так, а это что такое? Угу, угу, так, 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 на веревочке спустился. Это что, мастер-сушист? Руку себе не отрежь, сосисочкин. Нет, все хорошо. Так, смотри, ну очень, смотри, их тут просто дофига, глянь, сколько я уже прошел, посмотрели мы с вами, и тут прям все еще дальше и дальше и больше. Какие-то пробирки рассыпал, это что он, яишенку жарит, поломался робот какой-то, да что это такое? Очень, очень, ребяточки, много тут такого прям, так сказать, контентика. Отлично. Зомбак. Ты смотри, не упал, не упал, молодец. Ух ты, ты представляешь, что он делает, а? Арбузный мачо. Так, хорошо. И на барабанах он умеет играть. Это что, это будет на гитаре, судя по всему? А нет, это не гитара. Это какая-то странная гитара. Так, что это такое? Ага. Так, ну ладно, смотри, вот здесь, я даже не знаю, стоит ли все это просматривать, потому что тут реально много прям всего. Давай пойдем в другое. Я хотел показать вам, какие бывают тут вообще костюмчики, смотри. Это, конечно же, все за деньги, все это платно, но тем не менее, кто-то может себе это позволить и вот такой приобрести, допустим, крутой костюмчик. Либо вот такой, либо... Где он? Смотри, вот. Вот так. Вот такой вот смешной получился, да? И, кстати, здесь можно менять, типа... Цвет сосиски, вот слишком прям поджаренная сосисочка. Это прям сырая, а это такая копченая немножечко, что ли. Так, вот тут, кстати, можно выбирать эти маски. Масок здесь всяких разнообразных, просто тоже тема. Смотри, есть вот такие девчачьи, всякие разные есть. Ирокез какой-то. Вот это, смотри, с птичкой, прям гнездо на голове какое-то. Ребятушки, это просто бомба. Вот это смешная. Так, что тут просто тоже их очень-очень много. Смотри, прям миллион. Глянь, целая голова, рыба какая-то. Усатая, или что это? Это лимончик. Мистер Лимончик.
Класс. И вот ко всяким этим шапкам, к ним же, конечно же, есть и костюмчики. То есть, есть там, если у него голова лимона, значит, наверное, есть и шапка лимона. И все такое. Смотри, акула какая-то. Это что? Вот смотри, какой свинорыл, кабанчик какой-то. Тут еще и по категориям, я не понял, какие-то разные маски. В общем... А, смотри, это что? Это типа как в Роблоксе, да? Мордочки можно менять. Конечно же, тоже все платно. За какие-то звездочки. У меня этих звездочек ноль. Но, возможно, когда-нибудь я накоплю. Смотри, я могу сделать вот так вот. У меня уже есть какие-то небольшие такие съемные вещички. Вот так вот, вот так. Либо вот такая белая, самая простецкая. Ну, давай оденем красную. Кстати. Еще, по-моему, у меня были штанишки. Вот смотри, вот здесь можно промерять курточки. Смотри, какая крутая. Очень. Вот это тоже прикольная. Да тут, честно говоря, они все прикольные. Вот это, по-моему, под лимончик подходит, да? Там, по-моему, лимончики на капюшоне лежат. Или что это такое? Или вот это под лимончик. Лимона... Да, ай, нет, тут... Ух ты, смотри, что это такое? У него там дырка. Смотри, горничная. Я просто... Вот это прикол, смотри. Какая-то лошадка. Очень круто. Так, это что такое? Блин, где-то я вчера смотрел, тут еще у них были, понял, анимации. Не просто он так стоял, Что это? Это какая-то рыба тоже. Не просто он так стоял, крутился, а были еще анимации, но только я... Стоямба. Мы можем штанишки себе поменять? Нет, не можем. Ай, в трусах, одевай штаны скорее. Я понял, где это смотрел. Знаете, где это смотрел? Я смотрел это в шопе. Я смотрел это в шопе, то бишь в магазине. По-моему, вот здесь. Да, смотри, что происходит. Вот так вот, понимаешь? Это реально очень круто, блин. Вот скажите мне еще, какая есть игра, в которой столько много вот таких вот всяких плюшечек, приколов, интересных штучек. Так, ладно, давайте, собственно говоря... Пойдем уже, наконец-таки, в бой. Так, подожди, мне что-то тут советуют. Что это такое? Я не знаю, что это, ну ладно. Какой-то пропуск или билет. Так, что нам тут подарки дают? Это нам нужно, это нам пригодится. Так, как только его использовать? Так. Так, мы можем теперь переодеть новую футболочку. Слушай, ну мне как-то красное даже больше нравилось. Ну ладно, пускай уже будет это. Стоп, это не все. И, а, смотри, какой-то ящик. И тут, может быть, что-то нам выпадет хорошенькое. Да. Маленькие сосисочки чему-то радуются. Но что это нам выпало, я даже, честно говоря, ума не приложу. Так. Просто нажимаю туда, где светится что-то красненькая точечка. Думаю, значит, там что-то должно быть. Это что такое? Это гроза, ты понимаешь? И что? И? Наверное, что-то нужно использовать. Да, еще один ящик открываем. Ух ты, курточка, которая стоит 35... Куда нажимать? На синенькую или на беленькую? Я даже не знаю, на синенькую... На беленькую. Куда-то нажмем. Что это? Какой-то профессор. Так, ребятушки. А ну-ка. Сейчас мы примерим, наверное, новый куртофанчик. Да! У-ху-ху-ху-ху! Круто! Это прям... Вот это же получше, чем какая-то там футболочка непонятная и все такое. Кстати, ребятушки, тут можно еще просматривать... Оружие, насколько я помню. Давайте еще посмотрим. Вот, да, смотри. Просто можно его тоже вот так вот крутить, вертеть, рассматривать со всех сторон. Вот, смотри. В какой игре ты это видел? Я даже не знаю. Причем, чтобы было вот с такой вот качественной графикой. Прям было все круто. Смотри. Рождественская бомбеха. С подарками стреляет, наверное. Не знаю. Ну, блин, очень классно, реально. Я прям радуюсь сам, как ребенок. Смотри, какой-то лук Амура. Так, это что? Это тоже какая-то базука. Мега-базука.
И тут причем много всяких оружий. Вот видишь, есть какая-то селедка, бейсбольная бита, сковородка с яичницей. Это что? Это какие-то эмоции или что это? Это... Вот! Вот, ребятушки, вот про это я вам говорил в самом начале игры, что можно еще анимации эти рассматривать со всех сторон. Это просто очень реально круто. Смотри, что он делает. Это я вчера сам сидел, смотрел и просто офигевал от этой графики. Графонистости всей этой. Смотри, какие-то пончики жарят или что это такое. И тоже можно посмотреть это все. Можно посмотреть, прокрутить. Смотри. Ох ты, зомбарь. Еще и звуки. Топает. Прикол? Согласны? Ребятушки, это просто, мне кажется, достойно лайка. Это, кстати, штуки, на которых он летит. Скоро мы будем лететь. Тоже тут их очень много. Всяких разных просто. Я такого реально еще нигде не видел. Смотри, корабль полный суши. Это космолет. И причем все это можно, так сказать, подобрать под один набор. То есть есть вот такой вот костюм. Как бы в такого плана, да? И вот есть такая штука, на которой ты летишь. Так сказать, все в один цвет. Смотри, какие штукенцы. Всякие разные. Попугай даже есть пиратский какой-то. Это что, заяц какой-то, вертолет? Офигеть. И это еще не все. Рюкзаки, кстати, видишь, рюкзак под лимончик. Помните, там был в начале видео голова... В костюме лимона. В шапке лимона. Вот, видишь, рюкзак под лимончик. Это типа, когда тебя убивают, бойца твоего игрока, да, вот это что-то, такие фигурки тоже можно выбирать, всякие разные. Все это, конечно же, стоит денег, заточено под донат. Но кто-то же может себе это позволить. Так, ладно, что у нас здесь? Все, ребятушки, в общем, не буду вас долго томить. Давайте, наконец-таки, пойдем уже в бой. 12. Кстати, 105. Стоямба, я не туда, по-моему, пошел, а может быть туда, потому что я вчера там... Тут еще много режимов есть, можно там какой-то быстрый режим, там что-то какая-то друг против друга, просто команда на команду. Ладно, может быть, мы все это сейчас посмотрим, либо уже в следующем видео. Все зависит, конечно, от ваших лайков, от ваших комментариев. Пишите, как вам эта игрушка, нравится, нет, и пишите, снимать про нее продолжение, либо нет. Так... Кто здесь крутится, кто здесь вертится. Тут, кстати, в самой игре тоже очень много, ребятушки, приколов, много всяких фишечек. Я еще до конца сам многое чего не знаю, но будем с вами разбираться. Знаю, что здесь есть также транспорт. Вот эти штучки, если их бить в процессе игры, то в них выпадают патрончики. Вот. Смотри, я даже что-то на первом месте каком-то. У меня красивая курточка, да. Главное, чтобы меня теперь здесь не убили очень быстро. Смотри, вот мы летим, вот уже, так сказать, первое подобие Фортнайта. Но только здесь, конечно, нельзя строить всякие баррикады, нельзя все это делать. Но, тем не менее, графончик просто на уровне. Так, смотри, пока мы... Да-да-да, нам по-китайски говорят, можешь выпрыгивать поскорее. Ох ты! И вот, ребятушки, не знаю, есть ли такое в Фортнайте или во Free Fire... Но здесь можно прыгать командой. Прям видишь, паровозиком. Я третий. Самый нижний. Так. Теперь я самый верхний. Давай, летим, летим. А может я смогу отсоединиться? Вот, смотри, я отсоединился. Так, летим, летим. Главное теперь быстренько подобрать оружие. Вот у меня мой дырчик, на котором я лечу. Вертолетик. Так, так, так. Который, конечно же, вы знаете, уже можно поменять, если хочется. Если есть деньги и желания. Так, заходим. И теперь начинаем... Так, это рукоятка, наверное. По виду напоминает мне рукоятку. Бинты. Так, слушай, ну это все хорошо. А где оружие? Это что за... О, рюкзак. Рюкзак, это уже классно. Так, стоп, тут были пистолеты.
Так, тут, ребятушки, по прицеливанию тоже очень много всего интересного. Будем, конечно же, все это вам показывать. Так, это что такое? Что-то взял, а вот что взял? ХЗ, честно говоря. Ладно, побежали. Так, так, такой рюкзак у меня уже есть. Это что? Это, по-моему, бомба. О, бейсбольная бита. Это хорошо. Пригодится. Вот, смотри, броник. Броник мы возьмем. И как бы все, здесь больше делать нечего. Эй, прыгай давай. Смотрите, вот лежит шарик, да? Мы берем. И едем на шарике. Это очень смешно выглядит со стороны. Но... Вон, смотри, мой товарищ тоже там бегает, прыгает. Вау! Давай быстрее! Стой, кто там стреляет? Кто-то стреляет. Так. Смотрите, ребятушки, как здесь можно целиться еще по-прикольному. Вот так, допустим, зашел я за угол и опача! И опача, вот так вот выстреливаю. Могу стрелять. Можно стрелять вот так вот. Только тут забор высокий слишком. Смотри, чувак. Опасно, опасно. Так. Так, 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 надо лечиться, надо лечиться. А-а-а! Вот еще в чем фишечка. Если тебя ранили, ты становишься ребеночком. А-а-а! Быстрее лечите меня. Но они могут меня подлечить. Мне нужно спрятаться. Спрятаться за машину. Хотя бы за машинку. И попробовать полечиться. Лечи меня, лечи. Лечи. Нет. Все, слишком быстро нас, короче, заколбасили. Блин. Слушай, обидно. Так все хорошо начиналось. Вот, кстати, вы видели здесь транспорт. И чё? Да все, выходим мы отсюда. Делать здесь больше нечего. Так, сейчас попробуем, ребятушки, пойти в другой режим. Тут прям я, конечно, слишком быстро все закончил. Но что делать? Не повезло. Так, что-то еще даже какие-то плюшечки нам дали. Сейчас попробую показать вам другой режим, где просто команда на команду можно играть. Такого я тоже как бы особо нигде не видел. Вот здесь это все выбирается. Так, вот здесь, но точно не помню где. Либо вот это что-то новенькое, это видишь, нам высвечивается. Либо вот это. Ребятушки, не буду вас обманывать. Вот это что? Это карты 8 на 8 километров. Так, сейчас я, конечно, постараюсь вспомнить. Давай попробуем вот это. Видишь, раз это написано New, может быть, это вообще оно и есть. Сейчас попробуем. Там, в общем, можно сразу потестить все оружие. Там вы оказываетесь в комнате, где куча-куча всякого разного оружия. Я так понял, все, которое есть в игре. Нет, это мы оказались, по-моему, не там. А может быть и там, сейчас посмотрим. И, в общем, все это оружие лежит, можно его юзать. И бегать команда на команду, всех расстреливать. Так, вопрос, где же мы окажемся? Там, где я хотел, или либо нет? Нет, не там, где я хотел. Ну да ладно, зато поиграем еще один боек. Почему вы... А, видишь, это мини-карта. Тут сразу вот кружочек такой, и все. И никуда ты не денешься. Причем, смотри, падает сразу с рюкзаком, сразу в шлеме. И сразу я уже вижу, вон сколько чуваков туда прилетело прям. Слушай, я думал, он сейчас долбанется башкой. Так, быстрее, быстрее, открывайся. Тут уже стрельба пошла. Сразу наверх бегу. О, смотри, дробаш. Так. Это что у нас? Все берем. Берем все, дробаши. Это что такое? А, смотри, вот это такая штукенция. В общем, ее можно куда-то кинуть.
Не знаю, нужно ли оно мне сейчас. Кидание это. Прикинь, тут полный дом дробашей. Так, а вот это что? Может вот эту взять все-таки штукенцию? Так, давай быстрее, пополняйся там за... Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне кажется тут... Пахнет опасностью. Блин, я не могу сюда выпрыгнуть. Так, хочется уже как-то пойти с кого-то пострелять. И посмотреть, кстати, что там на улице происходит вообще. Вот что это я сделал сейчас? Да ну нафиг. Чего-то так тяжело. На, наконец-таки. Это какой-то у меня мега прям дробаш. Он плачет. Он плачет. Так. Побежали, побежали. Кстати, если его оружие вытащить, то быстрее бежишь. Так, тут где-то прям перестрелка какая-то жесткая происходит. Кто-то прям там шмаляет. Ага. Нифига себе у меня какой-то это, да? Быстрее! Какую-то гранату бросил. Что это было? А-а-а! Я в шоке. О, быстро лечимся. Убегаем. Он меня не найдет. Надеюсь, не найдет. Так, что это мы тут пшикаемся какой-то штукой? Отлично. Так, нужно кого-то подловить. Ах ты ж хитрец. А, ты понял? Ай, очень тяжело. Вот я не могу играть. Вот мне нужен либо дополнительный вот этот стик управления, который стрельбой, так сказать, заведует. Мне, ну как-то мне так тяжело играть. Почему я не играю во всякие Free Fire и все остальное? Потому что, ну как-то мне тяжеловато. Так, смотри, тут, ну и конечно нужны навыки, потому что я играю в эту игру второй раз. Либо третий, поэтому как-то еще особо не привык, не разыгрался. Так, ну что же, ребятушки, в общем, вот такой вот небольшой обзорчик игры был. Мы отсюда уже, давайте выйдем. Так, что-то нам тут даже, может, дадут? Мы все-таки кого-то вальнули. Так, не знаю, что нам тут дадут, сейчас, в общем, увидим. Либо ничего не дадут. Так, что-то вот все высвечивается на китайском, ничего не понятно. Но играть, в принципе, можно. Да, смотри, что-то дали. Ух ты! 3, 4, 5. Что это за штуки такие? 6. Так, ребятушки, тут даже реклама из китайского ТикТока, именно с китайского была. Дали нам, в общем, какие-то ключи. Что делать с этими ключами, я как-то пока особо, честно говоря, даже не знаю. А, 30 ключей равно одна коробочка, ты понял? Ящик, который можно открыть, что-то в нем получить. Ну, теперь будем знать, но запомните, что это за рекламу. В общем, ребятушки, на этом будем прощаться. Если хотите новое видео по этой игрушке, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Вовкин. Пока-пока, скоро увидимся.